Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства, политаризма или азиатского способа производства, АСП. Секретного потому, что его изучение было запрещено в учебных заведениях Советского Союза. И понятно почему. Политаризм, согласно классикам марксизма-ленинизма, хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Если же его официально изучали бы в учебных заведениях СССР, то всем, даже школьникам, стало бы ясно, что у нас и близко нет никакого социализма, а у нас как раз-таки классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем здесь есть вопросы. Сила в нашем мире часто обратная сторона слабости. И наоборот. И в экономике политаризма это проявилось не просто в полной мере, а, пожалуй, это проявилось как нигде. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась намного эффективнее экономик самых развитых западных стран. И именно эти вопросы я и хочу рассмотреть и наглядно показать, какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент России. Владимир Путин. Имя американского индустриального архитектора Альберта Кана в нашей стране по сей день знают только специалисты. На Западе его сейчас принято называть архитектором Детройта, но нужно сказать, что принято не совсем правильно. Правильнее всего его было бы назвать архитектором советской индустриализации. Но в СССР об этом очень не любили говорить, по понятным причинам. Равно как очень не любили говорить и о том, что индустриализацию в СССР в основном осуществили американские специалисты, а часто и американские квалифицированные рабочие. Прежде всего, именно американцы чуть больше, чем за 10 лет с нуля у нас создали, перечислю какие виды промышленности, лучше зачитаю это перечисление. Химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую. Ну и можно добавить, что и ряд других промышленностей. Кроме того, они построили у нас крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных моторов и многого другого. Так, например, знаменитый Сталинградский тракторный завод, или правильнее будет сказать танковый, был построен под Чикаго, так сказать, модульным путем, а затем на 100 судах перевезен в Советский Союз и собран у нас под руководством американских специалистов. И понятно, это касается не только Сталинградского тракторного завода. Модульный характер советских предприятий, построенных американцами, сыграл нам очень большую службу в годы Великой Отечественной войны, существенно облегчив эвакуацию советской промышленности за Урал. Но, повторяю, об этом очень не любит говорить советская номенклатура, а имя Альберта Кана вообще много и очень много лет, точнее, было засекречено. Но, думаю, это имя пора узнать и обычным людям в нашей стране. Полагаю, если бы не колоссальная работа, прежде всего, этого американского инженера и индустриального архитектора, Советский Союз никогда не выиграл бы Вторую мировую войну. Так сложилось, что власти, а это не только у нас в стране, а во всем мире, на каждом шагу, в качестве гениев, праведников и героев преподносят народу откровенных дураков, законченных подонков и ничтожных трусов. Истинные же гении, праведники и герои умирают в лучшем случае в неизвестности. Это именно в лучшем случае. Альберт Кан как раз и есть такой истинный гений, имя которого никогда не было суждено узнать народом Советского Союза. Лучше всех об этом, наверное, сказал Уильям Шекспир. Я зачитаю этот его сонет. «Зову я смерть, мне видеть не втерпешь, достоинство, что просит подаянье, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии, и совершенство ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь плену и немощь у немощи беззубой, и прямоту, что глупостью славит, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока». Но, к счастью, в наше время, век интернета, это уже можно поправить.
Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что доля и других развитых стран в создании советской промышленности тоже не слабая, и более чем не слабая. Но все же доля американцев здесь во всех смыслах львиная. Но вернемся к работе в СССР Альберта Кана. Он во всех смыслах заложил в нашей стране саму основу индустриализации. Он был приглашен на работу в Советском Союзе в 1928 году и проработал у нас до 1932 года. И за это время по одним источникам успел построить, лучше зачитаю, 521, а по другим 571 объекта. Дальше тоже лучше зачитаю, здесь перечисления. В том числе тракторные, то есть танковые заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове. Автомобильные заводы в Москве и в Нижнем Новгороде. Кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберцах, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде. Станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Салде. Прокатный стан в Москве. Литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберцах, Магнитогорске, Сормово, Сталинграде. Механические цеха в Челябинске, Люберцах. Подольске, Сталинграде, Свердловске, сталелитейные цеха и прокатные станы. В Каменском, Коломне, Кузнецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле, Сормово, подшипниковый завод в Москве, Волховский алюминиевый завод, Уральскую асбестовую фабрику и многие другие. Это не единственная его услуга Советскому Союзу. Есть еще одна, и, пожалуй, не менее важная. Он приехал в Москву с 25 инженерами, но за время работы в Советском Союзе подготовил у нас 4000 специалистов. То есть мы ему обязаны не только на тот момент современнейшими предприятиями, но и квалифицированными специалистами, которые потом стали основой советской научно-технической интеллигенции. Вот, кстати, как выглядел Альберт Кан. И нужно признать, что советское правительство щедро оплатило его работу. Официальный контракт с фирмой Альберт Кан Инкорпорейтед составил 2 миллиарда долларов. Понятно, еще тех долларов, а не современных. Сколько это в современных долларах, спросите вы меня? И я отвечу. Ведущий российский экономист Василий Катасонов считает, что здесь не будет преувеличением назвать цифру даже в триллион долларов. Вот как он об этом сказал в ролике, лучше зачитаю название. Загадка сталинской индустриализации. Познавательное ТВ. Валентин Катасонов. Канал называется «Познавательное ТВ». Артем Войтенков. И, собственно говоря, контракт с Альбертом Каном у нас был на сумму в 2 миллиарда долларов. Не сегодняшних, тех. Ой, это же какие-то вообще большие деньги. Это, я даже думаю, то ли 2, то ли 3 нулика надо приписывать для того, чтобы это соотносить с нынешними долларами. Но я думаю, что где-то под триллион долларов, наверное. Реально по триллион долларов был контракт с Альбертом Каном. Впрочем, официальная оценка в Википедии другая. Около 250 миллиардов долларов в нынешних ценах. Чтобы наши уважаемые подписчики, читатели и зрители представляли, что такое сумма 220 миллиардов долларов, даже если это такая сумма, она не занижена, то лучше зачитаю опять цифры. Бюджет России в 2020 году составил чуть более 468 миллиардов долларов. А, например, в 1999 году бюджет России составил 196 миллиардов долларов. То есть существенно меньше, чем Сталин заплатил Кану. И здесь мы выходим на новый вопрос, который, указанный Валентин Катасонов, назвал загадкой сталинской индустриализации. Где Сталин взял, да еще в голодной, разоренной стране, настолько дикие деньги? А, кстати, те деньги, что Советский Союз заплатил Кану, это не все. И ой, как насколько еще далеко не все. Напоминаю, Кан работал в Советском Союзе с 1928 по 1932 год. А индустриализация же продолжалась вплотную до начала Великой Отечественной войны. И в ходе ее было построено ни много ни мало 9000 предприятий. Напоминаю, Кан построил, ну пусть 571 предприятие. Валентин Катасонов оценивает стоимость импортного оборудования для этих предприятий, а также приглашенных западных специалистов и квалифицированных рабочих в 9 тысяч тонн золота. Но понятно, что специалистов и рабочих привлекалось здесь гораздо больше,
чем в 1928 году приехали с Кану. Вот как Катасонов об этом сказал. Ну, мы в прошлый раз с вами называли цифру. 9 тысяч предприятий было построено в Советском Союзе с конца 20-х годов до 41-го года. И каждое из этих предприятий было оборудовано импортным каким-то оборудованием. Ну, может быть, за редкими исключениями. Я потом скажу об этих исключениях. Были исключения, когда обходились без импортного оборудования. Нам неизвестна, конечно, общая смета индустриализации. Известны сметы отдельных строек, типа Днепрогэса, скажем, Магнитогорский металлургический комбинат, Сталинградский тракторостроительный, Харьковский тракторостроительный. Там сметы строительства исчислялись обычно в рублях, в золотых рублях. Ну, тогда существовал еще золотой стандарт, и можно было как-то еще ориентироваться в этих денежных единицах. Ну, я не буду сейчас вам приводить цифры в долларах. Я скажу так, что в среднем, значит, на одно предприятие в золотом эквиваленте требовалось примерно 1 тонна золота. Это мои расчеты. Я, кстати говоря, в интернете у некоторых блогеров тоже встречал примерно такие же прикидки, что в среднем на закупку оборудования для одного предприятия требовалось 1 тонна золота. Понятно, что для таких гигантов, как Магнитогорский там, или Сталинградский тракторный, там требовалось 50 или 100 тонн золота. Ну, если брать в среднем, то 1 тонна. Значит, 1 тонна помножена на 9 тысяч, получаем 9 тысяч тонн золота. Что это такое, 9 тысяч тонн золота? И могла ли наша страна, только что пережившая Первую мировую и Гражданскую войну, располагать таким колоссальным золотым запасом? И если нет, то где Сталин взял такое количество золота? Об этом мы, понятно, поговорим в следующих публикациях. Это очень интересный вопрос. Но здесь, пожалуй, добавлю. Есть масса научных исследований ведущих экономистов, которые пытаются объяснить. Это теперь уже, скажем так, не экономическое, а финансовое, или, может быть, правильнее было бы сказать, золотое чудо. И думаю сказать, что эти научные исследования ведущих экономистов не выдерживают никакой критики, это вообще ничего не сказать. Я не случайно остановился на публикациях Валентина Катасонова. Он в том числе и разоблачил некоторые из таких научных исследований. Увы, наша экономическая наука, похоже, переживает далеко не самые лучшие времена. А один из наших постоянных читателей, Надзен, предложил здесь даже, кстати, не больше и не меньше, как мистическое объяснение. И именно поэтому, думаю, на все эти вопросы нужно дать детальный ответ. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.